ночь в Родео дикий зоопарк. Здесь можно увидеть любое животное, то, которое вы любите. Например, загон аллигаторов. Тот, который там, где живут куча аллигаторов. Примерно 4 штуки. Мадагаскар. Можно вполне сказать, жаркая Африка без воды и растений. Сделаем паузу, чтобы можно было сказать, о чем здесь речь. Это фокусник, который делает все на лошади. Каталка-бык, как в парке Горького, только это кот для девочек. А собака тоже для мальчика, это точно такое же. Девочка-то, которая хочет найти что-нибудь, то, что ей интересно, но там все, что она там ищет. Распродажа книг, а также игр. Мерять рост и забирать неправильные предметы, диджей, а также диджей и раздавалка вкусных напитков. Так вот, это можно обратить внимание арбузовые конфеты. Фонтан, садовщик, следитель за парком, а также мост-каталка, по которому можно кататься на этой машине. Вы знаете сами, как она называется. Это Мадагаскар. Поэтому мы говорим, что это мада-снегоход. Мада-сход. Мада-сход можно его назвать. Вот мужчина тут, который пришел подстригать собаку. Она идет тоже примерно к этому. Обратите внимание на кино и витрину с продажей. Остался попугай, естественно, и крылья. Птичка эта, которая тоже хочет побывать в Мадагаскаре. Только она перелетит как-то из него. Ну, вы знаете, какие глупые птицы. Они же могут перелететь и сесть на этот мостик. Продолжим дальше тему. Нарвал, а также вот такой тюленчик с глазиком. С глазиками. Выдра, русалки, водяная гибрид. Саламандра. Вы смотрели «Анну Эльзу 2»? Подсчет, что это огненная саламарда, саламандра. И брони. Имя такое. Собачка, волшебный кот-единорог. Значок, кто здесь? Ну, вы же сами знаете, что это не кот. Ну, предположение, что здесь тоже животное. Запеканка. Всякие продукты. Котики, блин, провалилась. Пускай поплавает. Котики, свиньи, бегемотики, статуи там, где можно погулять с ними. Все, видимо, хорошо. Смотрите, да, это же рыбки, те, которые плавают там. Видите? Это вполне всем понятно, что здесь рыбки. Гараж для машины. Все можно сказать легко, когда вы видите детскую зону. Детская зона. Видите? Папа хочет покормить этого малыша, которого недавно привели. Сейчас я вам покажу, что есть еще. Вот, смотрите, это тигры, те, которые как статуи. И так вот, это же специальная палочка, которая пропускает в эту штуку. Пока. До завтрашней презентации.